Это можно сравнить только с лихорадкой. Люди после работы спешили домой, чтобы занять свои места у телевизоров. Другие же собирались на центральных площадях города и смотрели игры на большом экране. С семьей смотрели. Ну и как вам игра нашей сборной, как себя показала? Мы в восторге. Нормально, молодцы. Вроде бы начали играть. Россия очень понравилась игра, но очень не понравилось то, что наши действия были все время в обороне. Мы не выходили из обороны практически. А так игра очень хорошая, наши постарались очень сильно. Ну мы вообще футболом не увлекаемся, но за счетом следили и за наших болели. Вместе радовались и переживали тоже вместе. Игры чемпионата мира объединили всех. Чего только стоят эти кадры, где рязанцы с большим размахом празднуют победу над сборной Испании. Автомобильная полоса на улице Первомайской была перекрыта машинами с болельщиками. По улицам ходили люди с флагами России, а на центральных площадях было столько народу, что можно сравнить только с большими праздниками. Среди рязанцев были и те, кто смотрел игры чемпионата на стадионе. Ирина побывала только в двух городах – Саранске и Казани. Девушка была на двух матчах – Франция-Аргентина и Панама-Тунис. Большой стадион, множество болельщиков со всего мира. По словам Ирины, это запомнится надолго. Эмоции море, потому что действительно огромное количество болельщиков из самых разных стран. Очень много из Южной Америки приехало болельщиков. Из Европы не так много, очень много аргентинцев было. Болельщики потрясающие, очень добрые, очень милые, очень дружелюбные. Я не слышала ни одного плохого отзыва о России, либо там об организации чемпионата. Поэтому, конечно, эмоции у всех просто замечательные. Побывать на играх российской сборной у девушки не получилось, но она смотрела игру в фанатской зоне на большом экране. Подводя итоги чемпионата, Ирина сказала просто: ребята сотворили чудо. Однако и рязанцам в футбольных успехах есть чем похвастаться. Наш земляк Константин Кучаев сейчас играет в ЦСКА. К тому же и в ФК Рязань в настоящий момент также есть несколько вполне успешных игроков, которыми интересуются московские клубы. 18 июня региональная команда принимала у себя ФК «Ротор» «Волгоград-2». Рязанцы чаще владели мячом, больше играли в нападении, чем в обороне. Однако на 30-й минуте матча был назначен пенальти ворота нашей команды. У вратаря Сергея Правкина был шанс повторить успех Игоря Кенфеева и отбить мяч, но, к сожалению, не получилось. Результат 0-1 не изменился до конца матча. Остается надеяться, что ФК Рязань себя еще проявит. К тому же подрастает и новое поколение футболистов. На стадионе играют дети, которым нет и 10. Руководитель футбольной школы сообщил, что матчи сборной России мотивируют не только ребят, но и тренеров. Чемпионат мира в целом, он, конечно, мотивирует детей к спорту. Это знаменательное событие, которое, не знаю, будет ли еще в России когда-нибудь. Невзирая на результаты сборной, на чемпионатах и так далее, у нас есть своя работа, основной миссией своей мы видим, это прежде всего привлечение детей в спорт, чтобы они его любили. Слова тренера подтверждают и успехи команды. Они успели поучаствовать в чемпионате мира для детей, который проводился в Калуге среди команд Центрального федерального округа. В результате жеребьевки детям присваивали форму и логотип страны, за которую им предстояло играть на турнире. Рязанцам досталась сборная Коста-Рики. В чемпионате они завоевали золотые медали. А вот после просмотра чемпионата мира по футболу 2018 года ребята планируют заменить членов нашей сборной. Я болел с мамой и с папой за нашу сборную и за французов. Мы кричали так громко, что прыгали. Я хочу попасть в сборную и хорошо играть, и много голов забивать. Чемпионат мира по футболу 2018 года стал настоящим событием как для городов-участников, так и для остальных регионов в целом. Неизвестно, повторится ли такое событие в дальнейшем. Однако в памяти у нас надолго останется этот необычный и полный переживаний месяц. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».